На улице Карачанской на дальнем берегу центрального пляжа в областном центре начали строительство парка аттракционов и развлечений. Сегодня там забили первые сваи. Старт работам дали губернатор Вячеслав Гладков, инвестор проекта Владимир Зотов и мэр Белгорода Антон Иванов. Парк разделят на несколько тематических зон. Будет интересно как детям, так и взрослым. В будущем, к примеру, появится отдельный аттракцион с аквагоркой. В перспективе обустройство водных объектов и каналов. Особенности местности учли в проекте. Готовить площадку начали еще в конце марта. Теперь строительство переходит в активную фазу. Вот эту парковку, которую реконструируют сейчас, и здесь, и ливневку, которую... Мы же эту делаем в этом году, да? Да. Вот, да. А эту? В этом году начинаем основание, а асфальт делаем следующий. Для того, чтобы нам соединить в следующем году и так далее. Это очень важно. Ну, я думаю, что мы где-то к 1 мая должны ее сделать. Первый этап планируют завершить в следующем году ко Дню города.